Девушка из видеочата Асмус удивляет перевоплощениями. Автор 26.03.2020. Кристина Асмус, которая в свое время прославилась ролью Вари в «Интернах», продолжает расширять свое актерское портфолио. Для нового фильма знаменитость примерила сразу несколько образов и всеми ними поделилась со своими многочисленными подписчиками. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Напоминаем, что несколько месяцев назад Асмус оказалась в центре скандала из-за слишком реалистичных постельных сцен в картине «Текст». После этого звезда кино заявила, что больше не желает сниматься в сценах секса. Тем не менее, Кристина не отказывается от весьма откровенных ролей. На сей раз супруга Гарика Харламова будет играть девушку из секс-чата. Для этого Асмус пришлось примерить на себя несколько образов, и она поделилась ними с поклонниками. На первом снимке она позирует с пышными кудрями и в белом наряде. Кроме этого, на лице актрисы присутствует яркий макияж, а помада стекает с губ, словно кровь. Для второго снимка Асмус надела розовый парик и нарисовала на веках дерзкие черные стрелки. Для третьего фото Кристина вновь выбрала яркий макияж. При этом ее волосы лежат легкими волнами, а среди распушанных прядей также виднеются тонкие косички. На последнем снимке актриса позирует в привычном для себя образе. Также она решила рассказать, в каком фильме зрители смогут рассмотреть эти образы детальнее. В декабре я снялась в полнометражном фильме «Китобой». Это не хоррор, это драма. Я сыграла девушку из секс-видеочата. Уф, но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было, рассказывает актриса. Стоит признать, что перевоплощения Асмус понравились поклонникам, больше всего комплиментов получил первый снимок, на котором она позирует с объемными кудрями и потекшей помадой. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.